В Ленске пересчитывает места захоронения. Все данные о них будут занесены в специальную программу. Наводить глобальный порядок на городских кладбищах начали 2 года назад. Что было сделано и как будет работать новая программа, рассказывает наш корреспондент. Не место для поминовения, а большая свалка. Городское кладбище в Ленске долгое время было образцом антисанитарии. Бытовой мусор, отслужившие свое венки, искусственные цветы и даже сами памятники – все это годами копилось на обочинах. Войну мусорным завалом городская администрация объявила в 2015 году. Тогда на специально забетонированных площадках появились мусоросборники. Стало чище. Этим летом обслуживающая организация продолжила наводить порядок. Мусора очень много на кладбище, поэтому как бы убираем мусор и еженедельно стараемся по мере накопления мусорных баков. Дополнительно установлены мусорные баки на всех 3 кладбищах. Также производилось выкашивание травы, чистка дорог от травы, вырубка мелких кустарников, мелколесья. Для удобства горожан на кладбище появились скамейки и туалеты. Следующим шагом стала инвентаризация. Сегодня в городе 3 кладбища – по улице Нюйская, на горе Шаман и ныне действующая в микрорайоне Ханайдах. Последнее организовано сравнительно недавно, там ведется строгий учет захоронением, а вот на старом кладбище сейчас можно заблудиться. В городской администрации решили захоронение пересчитать и внести в специальный реестр. Всю работу на себя взяла специализированная организация из Екатеринбурга. Это подрядная организация. Проводит определенную съемку всех могил. На сегодня проделана колоссальная работа, уже более 8 тысяч могил отфотографировано, отснято и внесено в международную базу поминовения усопших skarbim.com. Сайт skarbim.com задуман как самый масштабный всероссийский некролог, а также система напоминания о скорбных датах поминовения усопших. Если ранее человек терял связь с могилами родственников, переезжая в другой город, то теперь по силам эту связь сохранить. Нужен только интернет. Достаточно ввести в строку поиска имя, пол и дата рождения, и на экране отразятся все данные о захоронении. Дальнейшее пополнение базы продолжит Ленская обслуживающая организация. В Ленске станут доступны и другие услуги сайта. Уборка могил, реконструкция памятников и прочее. Даже на удалении можно будет следить за местами захоронения. Порядок и чистота на них – дань уважения тем, кто уже не с нами. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край».